Навам, да, статуя свободы, женская статуя с пальмовой ветвью, крепость-цитадель. Так, выезжаем на мост, внизу, внизу Дунай, справа причалы, справа королевский дворцовый комплекс, там вчера вечером гуляли. И прямо перед нами, смотрите вперед, вот там колоннада, да, арочного вида колоннада и статуя святого Геверта с крестом, левая рука на груди, в области сердца. Святой Геверт, первый венгерский епископ, гора Геверт. Обратите внимание, влево-вниз, вот старый такой зеленоватого серого цвета купол, да, вот как чаша, слева внизу турецкая баня, Рудаш. И все вот это влево-внизу турецкие купальни. Отдельно женский день, мужские дни, до конца-то. Смотрите, перед нами на колоннах символ Венгрии, да, птица, флагу. И вот ступенечки влево, вот в самой горе Геверт пещера. И в этой пещере термальное озеро. В этой термальной водичке принимали процедуры давным-давно римские легионеры. Так, а мы с вами уже на территории Будды. Будда. Справа смотрим. Самая древняя башенка, маленькая, узенькая. По приказу Бена IV. Правил в 13 веке 35 лет. Сегодня слева пятая статуя была Бена IV. Там? Вы всегда это делаете.